интересный матч, за счет чего удалось выдержать натиск нового концовки? Во-первых, соглашусь с вами, да, было интересно поиграть. Ну, смотрите, я думаю, все команды находятся на ранней стадии. Еще друг к другу притираются, я думаю, и обе команды не показывают того волейбол, который они будут показывать дальше. Я думаю, мы за счет кабанной игры нам удалось выиграть эту игру. Две победы – это хорошо, но у нас еще есть один тур впереди, так что мы должны приехать обратно в Нижний Новгород, поработать над ошибками. Я думаю, мы еще в дальнейшем будем показывать еще лучше волейбол. Вот тот волейбол, который вы показали сегодня в защите, он близок к идеалу? Я с вами даже не соглашусь. Я думаю, это не мы можем играть намного лучше в защите. Да, у нас такая команда, которая у нас невысокая команда. Мы должны играть в защите хорошо. Но я думаю, у нас есть еще куда расти. И я думаю, будем еще в следующей игре играть еще лучше в защите. Спасибо. Большое спасибо вам. Спасибо.